Что общего у Михаила Пореченкова и калининградского волейбола? Актер сыграет тренера местной волейбольной команды в сериале «Чайки», съемки которого проходят в Калининграде. Михаил поделился с Клоп с напутственными словами от имени своего героя. Воля, характер, дисциплина и движение вперед. Вот что должен знать тренер о своей команде и прививать это игрокам. Только вперед, только к победе. В центре сюжета история местной сборной под руководством тренера Максима Тополя. Одну из главных ролей в сериале исполнит актриса Равшана Куркова. Картина Антона Сиверса выйдет на экраны этой весной. В Калининграде съемки продлятся до 3 октября. Сериал снимают в жанре спортивной драмы.